Брат мой, дами и господ. Так, официальная информация. Ура, Авангар! Авангар! Всем салам алейкум, друзья, с вами Авангар. И что, мы сегодня на Кубке Республики Казахстан в Астане. Что, мы готовы к финалу, играем в финал против команды Cube Cyber. Пацаны, что, вы готовы сегодня к финалу? Заряжены? Когда не готовы, что, мы заряжены к финалу, покажем свою лучшую игру. Хорошо же болеть за Авангар. Что там, Black Magic? Что, как к игре готов? Вот смотрю, ты на наушниках. Что, как ты настраиваешь на игру индивидуально? Как к игре как подошел? Слушаю музыку для души. Для души. Как там боется? Брат мой, дами и господ. Да, вот это, вот так ты настраиваешь, да? А индивидуально как? Готов там в форме индивидуально или в плане команды? Команды, да? Ты на что скажешь сейчас своей формы? Говорят, сейчас ты еще слабый кто-то стал, или что? Я в авточесе сегодня попали по тренировке. Авточес, да? Вот так вот тренируются игроки Авангар, авточес катают, зажрались называется. Уже когда будет настраиваться, будет видно, как кто как ботов стреляет. Готов, не готов, вот так вот. Ну что, пацаны, давайте также на фокусе, не теряем фокус, как в Казани. Хорошую игру покажем, КС, реально. Без фона жестко ставить и план на игру. Да, у вас же есть план на игру, конечно, же, правильно? Конечно, геймплан у нас всегда готов. Все, давайте, пацаны, на фокусе, let's go. Ура, Авангар! Авангар! Всем привет, мы в Астане. Пацаны готовятся. Будем играть против Cube Cyber, да. Cube Cyber, да. Пацаны настраиваются. Посмотрите на Санджика. Санджик, как обычно, пришел со своей рулеткой. У него все до сантиметров, миллиметров, чтобы у него все было идеально. Что скажешь, покажешь, расскажешь. Мы на прошлом ролике полгода назад на КРК показывали мои девайсы. Можете посмотреть. Вот мои девайсы такие без изменений. Сейчас настраиваюсь также с рулеткой. А можно я это покажу? Нет, нельзя. Нельзя? Можно показать, что у меня записано, но заблюрить. Как официальная информация. Ну, все написано, что осал до коврика, сколько сантиметров, чтобы я сидел как дома. Как настрой вообще в целом? Что, готов на победу? Все хорошо. Это что у тебя такое? Посмотри, покажи. Ой-ой-ой-ой. И почему на правой стрелке? Девушка подарила. Короче, вот иногда, как обычно, какой-то вертяк. Что, как обычно, что-то не работает. Что, тебе починили все? Да, вроде работает, что проверять буду. Соперники хорошие. Мы недооцениваем их, они реально хорошие. Придется побороться. Желаю им и нам удачи.
двигаться дальше, видит Рина, зашивает. Ну, конечно, очень строго. Ну, далековато. Далековато для защиты. Им нужно в таком случае пробиться через Б-сайт на туннеле. И уже ближе к секрету, но вряд ли это удастся сделать. Дефизер уже находит еще два минуса. Пампкин! Доживают до сих за, и это легкий четвертый. Хотя какой фьючерс был от сейфа. Он подбирает калаш Пампкин в бок. Рина в посадке, но ПП-шка подводит чертовски мало урона. Никого убить не пришлось, хотя бы Хана того добивает. Есть перформация, Айс успел поставить бомбу. Даже вызовет пассива, убивает ПП-шка с аквариума. Заветный победен, но было на Тони. Опять супер они опыт. Уже двое падают, выходит дефизер, вообще его никто не победит. Имеет право промахиваться. Просто имеет право на раунде промахиваться, поэтому и все потеряно в мейне, перестрелка. Писики наши же, они не знают, что мы будем делать. Они даже не знают, как мы играем Engine. Просто играем, как мы играем. Так он сколько карту дропнул, чел, блядь. Просто съел. Забыли карту. Съел. Понятно, а здесь Айсипу порезал билетами, Айсипа попадает, попадание, это досик, Айсипа, по-моему, так и не поставили, Рин последний. Быстрый заход на рампу, Хан теряет половину своих хелспоинтов, ай-яй-яй, Пампкин просто расшивает спину. По всему прямо в лапы команде Куб. Куб все это прочитали и поняли, что была перетяжка через центр. Бомба ставится на планете. А, Оксиген минус дефизер 3 в 3, но бомба поставлена. Пампкин. Размен. Оксиген падает. Рин 1 в 3. Рин минус Пампкин. 1 в 2. И Black Magic ставит жирную точку. Это победа команды Авангард. Выиграли, заняли первое место на Кубке РФУ Казахстан. В принципе, игра выдалась нам сложно. Пришлось попотеть, было сложно. Это игра, это лан, зрители ликуют. Ничего не слышно в наушниках, но мы справились с давлением и выиграли турнир. А вам спасибо, то, что смотрите наши влоги. Ставьте лайк, ставьте комментарии, колокольчики. Мы еще увидимся, Авангард всегда будет на высоте. Let's go! Че, ребята, мы вернулись в отель после нашего выигрыша. Че, пацаны, как вообще чувство, как после выигрыша? Чувство? Наверное, плохое. Плохое? Соперники сильные, да, были, по факту. Попотели, базару нет. Это все-таки лан. Там ничего слышно не было, болельщиков много, было сложно. В наушниках, но все равно ничего не слышно. Там противников болельщики пришли с магнитофоном или что это вот, с плакатами орали. И это, казалось бы, должно давить нас морально, на нас морально, но мы справились с давлением и выиграли турнир. Вот наш, собственно, кубок нереальный. Да, ребята, мы стараемся выигрывать турниры, стараемся показать наши все усилия. Мы тренируемся, делаем все возможное, чтобы выйти в Европу. Так что болейте за Авангард, смотрите наши влоги, ставьте лайки, комментарии, колокольчики, и Авангард еще вернется. Пау!